Ну что, я думаю, ни мы, ни соперники недовольны результатом. Допустили после стандарта, пытались выровнять, но, к сожалению, очень много брака не позволилось нам сегодня. Мы сегодня ехали, пришли сюда, правильно сказать, за победу. Игра получилась боевая. У нас, наверное, 1-1, наверное, справедливо. Но я сомневаюсь, что мы довольны, потому что, я повторяюсь, мы хотели победы сегодня. С чем связан перенос матча на поле соперника и чья была инициатива? Я не знаю, это было до моего прихода в клубе. Мы попытались играть в Аргиве, но не получилось. Пришлось играть на стадионе «Зимбург». Но я думаю, что это не играет роли. У меня то, что родные стены, но хорошее поле, хорошая погода при освещении. То есть на хорошем стадионе всегда приятно играть. Я думаю, что футболистам будет только польза.